Окей. Итак, друзья мои, всем привет, ребята, с вами Максим Шубин. Сегодня мы продолжаем проходить Киберпанк 2077. Здесь какие-то чуваки нам встречаются странно на пути. В общем, будем наслаждаться игрой, пытаться найти что-то для себя и для вас тоже прикольное. Давно не виделись. Здорово. Не знал, что ты в городе. Я вернулась пару недель назад, ты ничуть не изменился, Хейл, все тот же. Ну, давай такое. Себастьян и Бара ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Падре. Да все так же. В Хейвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Так, я вернулась пару недель назад, и Хейвуд все такой же. Ну давай, я тебе вернулась пару недель назад. Вернулась из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Так давай мы тебя подвезем, заодно и расскажешь. В принципе, годная мысль. Маркус, поехали. За братвой двор стреляем, как говорится, никуда. Так, ну чё, куда? Куда садиться-то? Сюда? Thank you. Слушайте, блин, клёво. Тебя куда? Есть такое ощущение, что я типа в реальной тачке сижу сейчас. Блин, не знаю почему, но... Парадному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Ух, ребят, что-то слезы аж наворачиваются. Не знаю почему, но это какой-то... Ну как тебе, старый добрый Найт-Сити? Это роскошь и... Этот реализм, ребята, погружение чудесное. Учитывая, что это не VR. Кручусь понемногу, найдите все по-старому. Давайте типа. Мелочь всякая, то тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что, Атланта оказалась не такой, как ты ожидала. Я ничего не ожидал. У меня особо и не было ожиданий. Я просто надеялась, что там лучше, чем здесь. Не лучше. Может, это все и к лучшему. Может, может. Ребят, я не знаю насчет вот музла. Ребят, опять же, напишите в комментариях, как вам. Ну, типа, оставлять с музыкой, но за это нас как бы могут прихлопнуть. Черт. Забанить, заблокировать. И так далее, там потом что-то с пушкой, по-моему, чувак. Останови машину. Оставил. Что ребят, такое? Ничего, оружие есть? Давайте наберем 55 лайков под этим роликом, да? Ну и хотя бы 25 комментариев, ребят. Вот такая цель, чтобы вышел новый ролик, ребята. Себастьян и Барра. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. О, матерь божья. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Мне кажется, я это сын Моргенштерна. Мы квиты. Можешь спать спокойно. Ха. Видишь, какой я добрый. Ну, папаша, ты в курсе, с кем говоришь? А ты не лезь, я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Это типа вместо среднего пальца, может, если средний покажу, то хуже. Все, это но тоже бан. Легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. И кому-то Маркус, может не понравиться. Маркус, трогай. Меня за тело мое чудесное. Так, ну что, руки вижу. Коленочки. Прикольные штанцы. Я рад, что ты не забыла свои корни. Держишься молодцом. На то. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Кто это был? Что за чувак? Да неважно. Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Окей. Ну что ж, пока едем куда-то. Смотрим на Найт-Сити. Видим кучу рекламы. Да, спасибо. Дальше сама спущусь. Окей. Вот, на прощание. Карточку. Твой номер?
Что за карточка? Может пригодиться. Падре. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе. А, падре типа отец. Да, падре. Спасибо, падре. Окей, окей. Выйти мне пора. Пора. Ну что ж. С Богом. Я в него не верю. А, ребята, напишите в комментариях, верите ли вы в Бога. Так. Чтоб тебя. Чтоб тебе добавлен новый контакт. Себастьян, падре и Барра. Спуститься на лифте на парковку. Вход 50 метров. Но побежали. Давайте, давайте попробуем, а, что это. 10 евро долларов. Так, похоже нам сюда. Парковку, нам нужно парковку, да? Сколько я помню, в смысле? Да. Найти Рейфилд. Кирк с Сойер. Ну давайте. Ви, как дела? Я на месте. Ищу твоего человека. Рик отличный парень, отвечаю. А, Поперечный, привет, Поперечный. Привет, Данька. Я знаю, для меня это не Кирка Поперечный. Окей. Воу, Вася! Вот это чули. Да, чем могу неплохо служить. Хотя, конечно, до 2077 года это как-то старомодненько. Найти Рейфилд. Кирк, вижу машину. А, это что ли? Твой час настал, малыш. Действуй. Или нет? Я не знаю, это не это. Не это, не это, блин, я оплошал. О май гад, бал, взломать замок, проверить эту штуковину, ну что? Мы протестируем это чудо техники. Маловерный ты человек. Видишь, мы богаты. Ехали тачку и позвони мне с дороги, подскажу, куда ехать. Ох, матерь божья. Ага, похоже, проблем быть не должно. Че ты за руль? Как, чё? Как здесь ездить? А, он еще, она вернее еще взломает. А ты еще кто? Не, вылезай, блин. Пошел ты в штанишки. Блять. 50. Водить умеешь? Вылезай. Ты чё творишь? Я полиция, брось оружие. Не с места. Вы арестованы. Никуда не дергаться. Поднять руки так, чтобы я видел. Копы-то откуда взялись здесь? Землю, сука, быстро. Ого. Жесткие копы. Хотя, где они были мягкими-то? Они были аморфными в некоторых играх, это да. Мой добрый сосед. Так и не поумнел ни на грамм. Эй, детектив Стинс. Надо же, какая встреча. Детектив Инспектор Стинс. Один хрен. А, этот хрен. Погоди-ка. А тебя я тоже припоминаю. А я тебе нет. Да? Давай, говори. А я тебя не стесняйся. Нет, а ты вроде уехала в Атланту искать счастье. Ну. Похоже, не нашла, да? Было и было, как говорится. Я говорил, что у всей Хейвудской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить. Было прикольно, если бы у него такой елдак был. Я выпал, как всегда был прав. Не знаю, почему, мне кажется, прикольно. Ни хера ты обо мне не знаешь. Нет. Я, правда, глаза колет. Следи за языком. А то я рассержусь. Напугал ежа котенком. Ё-моё, серьезно, да? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев. А может и вообще отпустят. Потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Воры это они. Простые уличные бродяги. Еще мы взяли их с поличным, мистер Фуджиока. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги. Ого. Надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыли. Ага. Все это слышали? Бля. Ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Может, мы что-то сделаем? Нет. Окей. Чтоб вас всех. Так, а где я? Ноги вроде вот честно, не шибко сломаны. Там такая обстановка была.
Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Нет, Стинс бы так не поступил. Ты прямо уверена? Ага. Он же сам из Хейвуда. Пиджаков ненавидит так же, как мы с тобой. Просто делал, что должен был. И все. Если б не я, ты бы уже рассекала по городу на этой красавице. Ну так-то да. Да не переживай. Ну, это дело пованивало с самого начала. Самопальному говну из Кабуки такая сигналка не по зубам. Ничего удивительного, что копы приехали. Ну, очень быстро приехали, на самом деле. Познакомимся по-человечески. Джеки Уиллс. Ви. А, погоди. Ты бываешь в Койоте. В Койоте? Я эту работу и получила. В Койоте я и получила заказ на тачку. От Кирка. Отдай-ка поперечного. Ты работаешь с этим абсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписалась. Твой Пеппа, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят. За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей и могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот Каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Каброн? Я бы чего-нибудь заточил. Каброн? Мы теперь, что ли, приятели? Вот так сразу? Ты мне только что пушку к виску приставлял. Да, кто помогает моим друзьям, тот мне тоже друг. Ну чё, без обид? Без обид. Без обид, чё? А чё, как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Два. Ну давай, пошли. Я с утра ничего не ел. Ну погнали. И да, что? Это хорошо. Пошли. Я бы тоже что-нибудь заточил, ребят, если вы тоже что-нибудь заточили сейчас или уже что-то кушаете сейчас, напишите об этом в комментариях. Что вы едите прямо сейчас и что бы вы хотели съесть? Окей. Привет, привет, Найт Сити! Здорово, здорово. У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Так. Это такая мать, которая отдает тебя... А, вот она моя малышка. Закурить не найдется? Слушайте, я секси-шмекси вообще-то. Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. О, кач, нормальная тема. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями. Черт возьми, что-то в этом во всем есть. Этот стиль, блин, он прикольный. Он прикольный. Люди обычно не задерживаются. Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. Быки тут все просто нереальные. Все анаболики, что ли, принимает? Так. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. Красивенько, красивенько. Черт, это было классно. Вот этот момент, когда он бросил пушку и стал застреливать. Блин, офигенски. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Давно хотел, чтобы так было в играх. Это Найт-Сити. Так, здесь ничего не видно, все нормально. Город, потому что блюрить что-то мне особо не хочется. Опять это могут а-та-та сделать. Ну что, вот такой вот пролог, наверное. Это можно назвать прологом, наверное. Ну, плюс-минус. Пролог, а сцена, что-то между всем этим. Окейшки. Так, наша мы... пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Джапантаун полгода спустя. Джапантаун. У меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Круто! Как насчет небольшой виртуальной разминки? Слушай, круто! Давай, я себе хотел бы такую штуку, ну, например, условно, английский язык знать. Так, оп, что-нибудь загрузил себе через флешечку в мозги. Оп, знаешь, английский язык. Круто ведь, ребят? Напишите в комментариях, что вы хотели узнать. Ну, какое знание получить? Начнем во время закачки через флешечку в мозги. Подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Окей. Что нужно делать вообще? Братиш.
мы будем... Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. Чпоки-локи? То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. А чё как это для рожица знакомая? Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Вполне может быть. Мы в Мелитехе. Мне бы тебе точно не далось. Мелитех шифрует всё через жопу. Зато муштровать их там начинают, видимо, с детства. Так. Пошла! Чего? Сейчас ты выложишься на этом фашистском празднике. Ну, погнали. Основа боя. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Погнали. Знала, что у тебя проблемы. Но это было несложно, в принципе. Может, тогда немного поднимем планку? Окей. Ай. Ой, хорош. Что ж, неплохо. Вернее, хорошо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие. Чтобы присесть и спрятаться, нажмите С, укрыться. Окей, Цешечку, да, Цешечка, это далее. В смысле? Братан. Что такой неубиваемый-то? Найс. Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Чё? Окей. Быстро восстановить здоровье и кусочку. Чпоник, всё. Примените инглитер, чтобы восстановить здоровье. Вроде всё мы сделали. Выходим в тренировочную зону. Бо. О, смотри, он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что это. Что-то не очень клёво. Получается так. Что-то стреляет как вообще погоди. Это пушка. А, во-во, вот так нормально. Да минусуйся ты уже, что ты. Так, ну с... Окей, обучение это хорошо, на самом деле. Это было хорошо. Очень хорошо, Ли. Встань на платформу и пойдем дальше. Да, реально неплохо. Дальше у нас по списку взлом. Взлом. Сразу скажу, я кое... Так, окей. Могем. Мелитех. Повторение, мать учения. Включить сканер. Тап. Нажмите тап. Сканер подробностей. Так, нужно зажать прям тап. Предметы, которые относятся к заданиям, подсвечены золотым. Просканируйте две таких предмета. Сканер подсвечен. Ага, понял. Сервер взрывоопасно. Что-то. Так. Взлом. Z. Стоп, подожди. Ну я Z вроде нажимаю. Не, что-то не работает взлом. Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства в боевой обстановке. Господи, попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Хакнуть экран? Какой экран? Ага, давай. Затраты памяти, запрос... Ё-моё. Поскольку у вас есть кибердека, вы можете выбирать скрипты и их цели во время сканирования. Отправьте скрипт отвлечения врагов, чтобы сбить с толку охранника. Чтобы просмотреть доступные скрипты, Ага, кушечку надо нажимать, да? Затраты памяти, запрос. Так, так. Все, взлом. Типа вкл, я не знаю, включился, нет. А длительность затраты памяти... А, вот запустите. Все.
Правка скрипта пошла. Я как бы тап еще держу, я не знаю, надо ли держать тап или нет. Сейчас посмотрим. Заблокировано, заблокировано. Но все-таки, ну я не знаю, долго ли это вообще будет все взламываться. Где тут правка скрипта? Ну пока отправка скрипта идет. Обращается к локальной сети врага и раскрывает подключенных к ней людей и устройства. Умно. Ну, по крайней мере, звучит умно. Так, запустить. Ну что, ну вроде мы запустили. Так, что еще можно делать-то? Что-то можно еще сделать? Память кибердеки. Так. Что-нибудь мы можем сделать или нет? Сломать. Нет. Давай сначала. В смысле? Перезапустить. А, короче, типа попробуй не надо. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Окей, давай снова хакнем экран. Заблокируем. А, то есть это не работает, я понял. Надо вот эту штуку, типа, хакнуть. Идет правка скрипта, отвлечение. Как раз таки отвлечение врагов нам нужно. Сломать лицо, чтобы отвлечь врагов. То есть мы, тупо говоря, не тот запрос вы... Ну, не тот скрипт отправили. Понял, теперь понял. Цель теперь у нас правильная, судя по всему. Идет по-прежнему отправка скрипта, и нужно удерживать в этот момент тап. Это мы усвоили. Так, друзишки-пирогишки, похоже, все, взлом заканчивается. Да, все, круто, круто. Чтобы отключить сканер, отпустите тап. Гребаные корпораты. Торжество формы, блять. Ага. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. По-тихому? Ну все, он твой, устраняй его. Как? Как? Нет. Давай сначала. Ну прям сначала само, не надо, пожалуйста. Не надо само начать. Че, реально на самого начала? Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы... Ты серьезно? Не, ну это как-то не прикольно. Ладно, давай еще раз попробуем. Наконец-то взлом закончен. Я запарился. Гребаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. А, надо присесть. Аккуратненько, бесшумненько, по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. Что сделать надо? Нет. В смысле? Давай сначала. Ты серьезно? Нет. Ладно, ребят, короче, я пройду это обучение. И надеюсь, смогу понять, в чем не так. Ребят, надеюсь, все-таки вам ролик понравился. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, друзьям рассказывайте, колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить новые ролики. И помните, 55 лайков и больше. И 25 комментариев и больше. И выходит следующий ролик. Всем удачи, всем пока. Вперед.